Итак, друзья, что я могу сказать? Попробовал я еще одну симку заказать на сайте компании Denicom Mobile. На этот раз симку привез уже не курьер, как было в первый раз. А мне появилось сообщение, что мне пришлет все почта. Точнее, доставит почта. Ну, что я могу сказать? Вот я выбрал номер. Тариф с 60 минутами. 600 смс-ками, ну и нулем интернета. Второй вариант, вот вторая симка, у меня там 30 минут, 30 смс и 1 гигабайт. И тот, и другой вроде как бесплатный, но надо посмотреть. Далее почта выполнила свою миссию. Вот такой конвертик пришел. Что удивило, то что он пришел с Краснодарского края. Сейчас мы его разбомбим. На всякий случай даже ножик с ножницами взял, но видно не нужно. Вот что у нас теперь присылает. Если кто хочет сравнить, показываю, что присылали раньше. У меня до сих пор хранится. Вот такую вот вещь привозил курьер. Прикольно, да? С кучей договоров и всего такого. Ну а теперь, как видите, все стало проще. Какая-то макулатурка криво распечатанная. Заходим в личный кабинет. Ага. Вводим что-то там сим-карты и пак-корт. Тьфу, код. Короче, активацию ищем. Может, надо пройти идентификацию? Это имеется в виду? Идентификацию. СМС-ка отправилась. Необычно, неожиданно. А какой из номеров-то, интересно? О, пришла. Смотри-ка ты. 308-08. Как вот было написано в смс-ке. Далее. Не загружено несколько файлов. Ага. Ну тогда это дело затягивается. Продолжу, когда загружу. Ну что, файлы вроде бы приняты. Пробуем нажать еще раз. Все, ваши данные успешно загружены. Ага, то есть симку смогу активировать только тогда, когда придет смс-уведомление. Блин, надо было раньше это сделать, знал бы раньше, блин. Активировал бы сим-карту. Ладно, пока посмотрим, что такое неактивированная симка. Сейчас мы ее запихаем в телефон. Если я ее не потерял. Нет, не потерял. Пока выламываем самую маленькую. В этом телефоне именно такой размер сим-карт. Тут же написано, что активировать можно просто позвонив на 1001. Длительностью 10 секунд. Кстати, Denicom у меня стоит или не стоит? А, стоит, он просто называется мой Denicom. Ну, в общем-то, понятно, сейчас сделаем, чтобы все пошло сначала. Как мне позвонить на 1001, если у нас нет сети?
Это на месте? На месте. Симка видна. Непонятно. Приема почти нет. Если вообще нет. Пойду к окну схожу, что ли. Короче, необычной засадой оказалось то, что я вот это вот, то, что вот на мониторе творилось, да, должен был сделать еще при оформлении первого заказа. То есть теперь я буду ждать, пока они посмотрят мои документы и подтвердят, что да, я могу дальше продолжить активацию. Потому что дальнейшая активация симки происходит уже только после того, как они подтвердят, что это я. Так что подтвердят, что это я, тогда уже продолжу видео. Пока это видео прерывается на паузу, и я занимаюсь другим. Ну что, дамы и господа, не успел я сильно даже еще нарадоваться от того, что мне фирма Lemfo предлагает часики. Правда, я так и не понял, дадут или только предложили. И тут я вспомнил про Dainicom. Решил зайти к ним, вспомнил, что мне так и не авторизовали. Жду, пока документы обрабатываются. Тут я вспомнил, у меня же в знакомствах, скажем так, ну или в переписках, есть агент компании Dainicom. И тут я вспомнил. Подумал, почему бы не воспользоваться своими связями. Переписку, я думаю, вы бегло видите. Результат очень простой. Мне предлагают активировать сим-карту. То есть на предыдущей странице загорелась все-таки кнопка «Активировать». Ну и я перешел дальше. И сейчас я попробую активировать. Посмотрим, с первого раза это все получится. Ну, ICC, блин, PCC. Надо мне это найти. Так, кажется, вот, нашел. Сейчас будем вводить циферки. Сейчас. Вроде ввелось. Запрос кода. И неужели у нас симка будет активирована? Ну, приема, в общем-то, как не было, так и нет. Может быть, классика жанра, что нужно самолетик передернуть? Пожалуйста. Ага. Он мне говорит, что еще нужно баланс пополнить. Иначе услуги связи будут только в ограниченном режиме. Ну, я еще помню, на симке написано позвонить на 1001. Пробуем. Мобильная сеть недоступна. Хорошо, пробуем перезагрузить. Ну, мало ли, бывает. Ну что, друзья, в общем-то пришлось еще попинать, перезагрузить телефон, пополнить счет на 50 рублей. Сейчас где у нас с Dainicom? Вот, теперь у меня, надеюсь, баланс будет не нулевой. После того, как я его пополнил. Так, на балансе 50 рублей. Все должно работать. Уже 175 баллов каких-то дали. Ну и суть в том, что прием появился. Все. Теперь приложение Dainicom, по идее, должно заработать. Теперь попробуем войти в мой Dainicom. Да замолчишь ты, блин, а. Надо интернет нафиг вырубить на втором телефоне, а то сейчас начинается.
попробуем войти. Прием тут на удивление есть. А, интернет надо включить. Ну да, конечно. Что-то я забыл про интернет. Иди лесом. Что-то не алло. Или зашел? О, зашел. Интересно, в этот номер зашел? Или не в этот? У меня там что-то 535. Во, смс-ка пришла, что номер активирован. Вот, теперь у нас все должно заработать. Ага. Отправить пароль по смс. А куда он придет? Сюда или туда? Интересно. О, сюда. 143-72. 143-72. Войти. Пожалуйста. 600 смс, 60 минут. Но интернета, правда, нет. Ну и слава богу. Это я симку отдам ребенку. Тут явно не нужны будут ни интернет, ни много разговоров. Смс-ками научу писать. 600 выше крыши. Ну, на этом мучения с Даникомом, в принципе, закончились. Симку мы получили, активировали. Денежек немножко накинули. И мы видим, что прием у нее тут реально получше, чем у Теле2. Теле2 тут почти нет. А, Теле2 зато 4G. А здесь у меня сейчас Edge, поэтому, может быть, и прием лучше. Фиг его знает. Но Edge тут максимальный. Ну, в общем, поживем, увидим. На первый взгляд, мне очень даже нравится эта тема, и если так, я реально всему семейству по второй симке Даникома хочу сделать. Если они дадут какую-нибудь скидочку редисочки. Потому что я им такую пиар-акцию провожу, а они молчат. Ладно, всем спасибо за внимание, всем пока, удачи, чао, и если вам эта тема понравилась, ну, милости просим. Ссылку заряженную сделать не могу, она ничего не даст. Даником в поиске вбиваем. И все, переходим, смотрим, читаем, думаем, надо ли оно вам. Всем пока, спасибо, чао.